Состояние Олега Алексеевича, безусловно, удовлетворительное. С ним работает уполномоченный по правам человека в Республике Крым. Олег Алексеевич дал разрешение и согласие на то, чтобы глава республики подал ходатайство в Белогорский районный суд, применил личное поручительство в отношении Олега Алексеевича Зубкова на предмет изменения меры пресечения со содержанием под стражей на подписку о невыезде. Сейчас я выезжаю в правительство Республики Крым, в частности Совет Министров, для получения официального документа, подписанного главой Республики, ходатайства в адрес Белогорского районного суда. Выезжаю со сотрудником правительства Белогорский районный суд для сдачи данного документа, и сегодня ждем немедленно принятия соответствующего решения со стороны Белогорского районного суда, в частности об изменении меры пресечения со содержанием под стражей на подписку о невыезде. Я полагаю, что Верховный суд Республики Крым, очень на это надеюсь, Белогорский районный суд в Республике Крым примет законное решение, в частности, изменит меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас стойте, можно. Скажите, какие условия содержания и на что жалуются или что говорит Зубков? Я пообщалась довольно-таки основательно с Олегом Зубковым. Жалоб у него на условия содержания нет, он обеспечен всем необходимым, состояние здоровья нормальное. Спросила, что передать журналистам, он сказал, передайте, что все хорошо. Скажите, стало ли это неожиданностью для него, ну, вот такое решение жесткое суда и для общественности, может быть, Крым, потому что вроде как и глава была разработана дорожная карта по решению всех проблем парка. Олег Зубков вообще просил поблагодарить главу республики за поддержку, потому что Сергей Валерьевич сегодня подготовил ходатайство о том, чтобы ему изменили меру пресечения. Решение суда я обсуждать не буду, но уверена, что оно будет оспорено в законном порядке. Все, спасибо.